Привет, друзья, с вами Алекс, и сегодня очередной обзор миссии. Сегодня миссия Operation Spearhead. Снова мы на танке Т-72, и сложность высокая. Так, нам нужно освободить перерабатывающий завод. И не допустить захват топлива, ну или что-то в этом роде. Нам нужно уничтожить три генератора и захватить топливоперерабатывающий завод. Нам также бонус 34 425 денег и бонус за сложность к деньгам и к опыту, к репутации по 30%. Посмотрим, что же у нас получится. И я опять забыл купить всяких нужных вещей в виде ремонтных наборов и так далее. Кого-то уже нашли. О, поехал. Тут меня обнаружил. Попал. Блин, опасно. Когда по духам стреляют, страшно. Вот он сейчас вылезет, и мы его кокнем. Оп, рикошет. Сейчас этому мы сделаем что-нибудь. Так вот. Оп, по макушке. И командира мы его ранили. Хрен тебе. Так, не убегай. Ага. И мобилизация, и повреждение двигателя, и вообще мы его сейчас добьем. Оп, отлично. Первый уничтоженный танк на нашем счету. Следующий. Этот с застроением. Мы его не видим. А вот этого кренделя можно было с горы. Оп. Black Company, take out the refinery's generators. That'll stop the gas flow while we finish the job. О. Опаньки, свой. Поедем вот эту АВФ-ку мочить. И что же? В упор до 125-миллиметровой пушки. По-моему, 125-миллиметровая пушка у него. Сейчас мы вот этого еще немножко в попку. Ага, не успели. Опаньки, еще друг. Ага, мы его не видим. Стремная хрень. Кто-то нас замечает. А мы ни хрена никого не видим. Весь забор сломал. Забор, конечно, мало защищает от мощных больших пушек. От выстрелов из мощных больших пушек. Но нас, по крайней мере, не очень сильно видно. Что там? Никого не видно на горизонте. Мы прорываемся к первому генератору. Может быть, мы его и уничтожим. Опачки. На, дорогой друг. Ну, по крайней мере, ух, 392 урон мы нанесли. Генератор, наверное, сломают без нас. На легком панцер чего-то там 57. Ну да.
Да ладно. Главное, что команда выполнила задание, уничтожила генераторы. А мы попытаемся выжить и выиграть эту миссию. Пока все в порядке. Ага, осталось 5 минут. 5 минут 40 секунд. Нам надо продержаться. Но я думаю, базу захватят за минуту. И задание закончится на этом. Народ какой-то зашуганный. Не хочет репутацию зарабатывать. Все спрятались, все захватывают базу. Никто не хочет битв, побед. Все хотят по-быстренькому захватить завод топливный и топливом пользоваться до победного. Так, победа. Это была сложная миссия. Быстро закончилось. Как-то очень даже быстро. Обычно сложную миссию хрен выживешь в сложной миссии, а тут прям так вот бац, все. Несколько минут. Нам дали медаль за командную работу, что никто из нашей команды никого не замочили из нашей команды. А это очень хорошо. Мы получили двойную репутацию. Танк апгрейживать. Вот, кстати, из последних обновлений турбина, которая ускоряет передвижение и максимальную скорость. Передвижение на 10 и максимальную скорость на 3,3%. Также снаряды, улучшенные для этой пушки, которые наносят урон на 20 единиц больше, и пробивная способность на 14 мм выше. Так, ну а на этом обзор миссии заканчивается. Всем, кто смотрел, спасибо. Комментируйте, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и до встречи в новых сериях. Пока!